Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з головою Сумської обласної ради Володимиром Токарем. Вітаю вас, Володимире Миколайовичу. Зазвичай перед Новим роком підбивають підсумки, тож не будемо відходити від цієї традиції ми. Говорити будемо про те, що вдалося зробити, про моменти, яких вдалося уникнути, і загалом про роботу обласного парламенту. На грудневій сесії прийнято найголовніше, головний фінансовий документ області – це бюджет. Яким він буде? Які нові статті до нього закладені? Ну, почну з того, що вперше ми прийняли регіональну програму розвитку туризму, тому що вважаємо, що ми повинні розказувати, які у нас є пам'ятники. Ми виділили 1,5 мільйона гривень і розписали програму до 2022 року. Скажу так, що це нове діло. І будемо старатися розказувати і показувати людям, що у нас є в нашій Сумщині. Що ще нам вдалося, значить, на 2018 рік, що ми прийняли? Значить, 50 мільйонів гривень ми виділили на розвиття, реконструкцію і закупку медицинського і всякого обладнання для наших комунальних підприємств. Значить, будемо ремонтувати наші місцеві дороги, тому що государство з державного бюджету не виділяє тільки на дороги державного значення. Я думаю, що ми виконаємо це і купимо цей ангіограф. Це буде, я думаю, найбільше те, що ми запланували на 2018 рік по медицині. Плюс ще ми прийняли програму гепатит, тому що це теж серйозна на сьогоднішній день проблема. Для того, щоб чоловіку вилічитися, треба практично 300 тисяч гривень. Ну, будемо, наскільки у нас там хватить грошей, ми будемо теж цій програмі уділяти увагу. Ну, і многое друге. Дивлячись на те, що на сесії приймали бюджет, таке глобальне питання, дуже важливе для області, були намагання зірвати сесію, як з боку депутатів, так і з боку громадськості. В чому причина? Некоторим, мабуть, чим хуже, тим краще. Ну, що таке бюджет? Бюджет – це зарплати учителям, врачам, это медикаменты, и, ну, это ремонт, все, да. Поэтому, боже упаси, чтобы мы его не приняли. Главное, чтобы он теперь наполнялся. Наша задача депутатского корпуса и вообще и работы администрации для того, чтобы этот бюджет наполнялся, чтобы мы его выполнили за 2018 год. Почему так поступают люди, я не знаю. Ну, мне трудно понять. Вы не думайте, что вот так просто легко проходят сессии. До этого идет сумасшедшая работа с каждым депутатом. Значит, проговариваются все вопросы. Депутаты должны понимать, что они делают. И кто бы там не пытался сорвать ее, он не может сорвать, потому что проведена работа. Ну, я знал, у меня была информация, что приедут люди специально срывать бюджет. Поэтому все депутаты об этом знали. Большое им спасибо за то, что они там отработали, несмотря на такую не очень стабильную ситуацию. Отработали, все попринимали решения. Поэтому я доволен. Еще раз поблагодарю депутатский корпус, большинство депутатского корпуса, которые конструктивно работают, потому что ну как это не принять бюджет. Ну а люди пускай тоже там знают, кто голосует, кто не голосует за бюджет, кто как себя ведет, пускай смотрят и в следующий раз тоже вибирають цих людей. Ну, от ви говорите, що хочеться там пошуміти, зірвати, да, ну, там, якось до себе привернути увагу. І я так розумію, саме цього разу спричинила таку поведінку, це питання по парку Сеймському. Ви поставили це питання на голосування, і депутати підтримали. Втім, коли дійшло до розгляду питання, ви вимушені були закрити сесію. А чому пішли на такий крок? Ну, я пішов на такий крок, тому що я зрозумів, що сейчас пойдет дестабилизация. Я не хотел, чтобы доходило там... Часть людей поддерживала 70 парк, часть людей не поддерживала. Поэтому мы же создали комиссию и разбираемся в этом вопросе. Поверьте мне, значит, не все там так просто. На следующей сессии, я вот тут на эфире говорю, значит, мы эту ситуацию полностью расскажем людям, покажем. То, что говорят некоторые там политические деятели, что там нельзя купаться, что там нельзя рыбу ловить, что нельзя охотиться. Это не соответствует действительности. Мы покажем границы, где что можно делать. Мы понимаем, что там есть постройки незаконные. Это я вам говорю, там водолазы, которые ныряют, говорят, там все дно всеми усыпано рыбой, потому что ее глушат электроудочками, там динамитом, я не знаю. Там в Конотопском районе там популяция зубров
мы имеем право допустить, чтобы их там выстрелили, да? Мы должны, если подойти к этому вопросу, раз поднялся вопрос, мы как депутаты должны его рассмотреть со всех сторон. Тобто рішення не плануєте відміняти про створення парку, бо він же був створений 20 років тому. Ну да, ну видите, некоторые опять же политические деятели говорят, что мы его створили его, да, 20 лет назад, и коммунальное предприятие создано для того, чтобы оберегать это наше добро, которое есть. Наряду с экономикой надо берегти экологию. Мы в Нью-Йорке, в центре Нью-Йорка есть парк, да, 340 гектар, но никто же его не закрывает. Наоборот, его берегут, как зеницу ока. И мы обязаны так. Мы готовимся и все расскажем людям, чтобы люди поняли, что опять же это пиар-акция. Пиар-акция, вот мы закроем. Приехали некоторые депутаты и сказали, что вот мы вам ее закроем. Ну, как вы закроете? Дело в том, что... А большинство депутатов говорят, нет, мы не... давайте разберемся, а потом будем принимать решение. Какое принимает решение большинство, такое мы воспримем. А просто так, кому-то что-то захотелось, ну, вы меня извините, мы же не можем. Там завтра скажут, закрывайте больницу, послезавтра еще, а мы должны что? Под какие-то крики улюлюка они должны там принимать решение. Все. Ну, еще одно спірне питання, яке було на сесії, формування спроможних територіальних громад Сумського району та Сумської територіальної громади. А чому тут не вдалося дійти згоди? А почему не вдалося? Значит, я дві сесії назад сказав, и сказал всем депутатам, говорю, давайте так, я часть жителей за створение в таком-то формате громады, кто-то в таком-то формате, поэтому там нету единого мнения. Вот сказали, что 90% хотят так. Поэтому, как проголосуют депутаты, пускай изучают депутаты те, которые выбраны именно от этих округов, мы прислушаемся к их мнению. И сказал, что я не буду ставить, ничего не буду тянуть. Как проголосуют, так проголосуют. Это я говорил еще две сессии назад. Я понял, что это непростые вопросы по створению территориальных громад. Я проголосовал за. Я считаю, что чем больше громада, тем более Хатинская громада, она удачная громада, нормально работает. Поэтому я нажал кнопку «за» для того, чтобы была серьезная, сильная громада. Это все равно идет на пользу людей. Оно же не идет на пользу Владимиру Николаевичу. Оно же идет на пользу тем людям, которые живут именно на этой территории. А маленькая громада, которая не спроможна себя будет содержать, она все равно потом ее куда-то подсоединят. Ну, а відносно цього питання, на сесії Сумської районної ради виступала одна з депутатів і наголосила, що є багато неузгодженостей, що вони не погоджуються саме з такими неузгодженостями. І вона хоче звернутися до Кабміну щодо скасування цього перспективного плану. І також вона наголосила, що її, як журналістку, не допустили на сесію обласної ради. Ні, ну, давайте так, почнемо зі второго. У нас вообще нету аккредитации. Вы же посмотрите, где находятся журналисты. Журналисты находятся там, где находятся депутаты. Да? Любой вопрос вы в любой момент любому депутату можете задать. Прямо на сессии. И это абсолютная неправда, что у нас есть аккредитация, что мы-то выпускаем нужного депутата, кого-то не пускаем. Покажите свое удостоверение, проходите, задавайте любому депутату вопрос. У нас в этом полная демократия. А стосовно звернення? Стосовно звернення, це право кожного депутата звертатися, виносити свій проєкт рішення. Якщо підтримують колеги-депутати, значить, обращайтесь в Кабінет міністра, в президенту, в Верховну Раду, це ваше право депутатське. Що там було нарушено? Ну, я не вижу никаких нарушений. Какие нарушения? Были соответствующие документы, офис реформ подтвердил, значит, вынесли на сессию, депутаты проголосовали. Куда пойдет Косовщина? Косовщина сказала, что вот, по Сумскому району, мы пока подумаем. Пожалуйста, ребята, думайте. Мы вывели ее за рамки. Куда? Захотите к городу, идите к городу. Это ваше решение. Давайте решение вашей громады. Хотите к Садівської громаді, пожалуйста, к Садівської. Хотите к городу Суми, это ваше право, и никто не имеет права там вмешиваться в ваше решение. Ви уже сьогодні декілька разів згадували, і впродовж року всі спостерігали про ті намагання розкачати ситуацію в Раді. Втім, дійсно, вам вдається її утримувати, цю ситуацію, от за рахунок чого? За рахунок чого? Ну, наверное, за рахунок опыта, за рахунок депутатов, я же не сам ее удерживаю, правильно? Удерживает ее депутатский корпус. Я всегда говорил и буду говорить, что я один из депутатов, я координатор. Я не начальник, я координатор. Поэтому все мысли, идеи
депутатом, я стараюсь воплощать в жизнь. Если я с чем-то не согласен, мы сядем, переговорим, я дам свои доводы, почему я вот с этим вопросом не согласен. По-другому мы не можем не принять бюджет, мы не можем не провести сессию. Для меня лично, ну, я не знаю как. Если я взялся за дело, я должен его доделать. Принято решение, человек понимает, почему он принимает решение, тем более депутат. И каждый депутат хочет, ну, как бы сказать, в глазах выборцев быть нормальным, работающим, там, положительно эффективным, да. И поэтому они сами принимают решения и несут за это ответственность. Владимир Николаевич Токар не сможет их заставить голосовать так или не так. Я не делю на сегодняшний день ни на какие партии, потому что за каждого депутата голосовали определенное количество людей. И дело в том, что мы можем свои там партийцы, пускай идут в офисы, решают свои политические дела, а тут, что касается жизнедеятельности области, будьте добры, приходите. Давайте разбираться и будем работать для того, чтобы людям и так непросто. Давайте ми ще будемо там коломити. Зараз у депутатському корпусі з'явилася нова депутатська група «За людей». Дехто виходить із фракції. А чи якось це відображається на роботі корпусу в цілому? Абсолютно не відображається. Це їхнє право. Пускай створюють будь-які групи. Групи – це їхнє право. Хто-то откуда-то переходить. Це нормально. Пускай после того, как эта группа была створена, значит, ну, там, через определенное время пускай расскажут, что они доброго сделали людям. Если это, мы только им похлопаем. Если они сделают то, что, за то, что они взялись, мы будем хлопать и скажем, вот молодцы, сделали группу и сделали вот такое, такое, такое. Если они сделают, пускай люди тоже оценяют их работу, ну, для чего-то она створилась, не просто так же, правильно? А якщо підбити підсумки року, який минає, що вдалося зробити, які пункти були найважливішими? Я вообще считаю, что насколько мы можем должны уделять медицине. В этом году мы сейчас запускаем новую котельную для детской областной больницы, там, где будет с 10-го года не было там горячей воды, значит, новую котельную. С экономией там, на билетах, на дровах, значит, экономия будет по оплате. Мы сделали новую реанимацию для деток, новую операционную. Так я вам скажу, вот практически 900 операций прошло, не было ни одного осложнения. Это уже результат. Поэтому а взагалі, за 7 пленарных заседаний, которые были проведены цьогоріч, было принято больше 300 важливых решений. Вот на что были спрямовані эти решения и чи зіграли вони на користь людям? Ну, кроме медицины, вы про медицину уже сказали. Хорошо, ну, мы приняли, а не допустимо отключение газа населения, это ж наше принятое решение. Поднятие зарплаты медикам тоже ж принимали. Потом, что мы еще? Ну, госпитальные округа мы приняли. Ну и много-много. Я всего не вспомню. Ну, 300 вопросов. Я не думаю, что одно больше, одно важнее, одно меньше важнее. Но они все важные. Просто так не выносятся же вопросы неважные. Да? Просто, ну, есть технические вопросы, там, продлить там, кому-то контракт или что. Но в основном же вопросы жизнедеятельности. И я, вы же видите, вот год прошел. Мы совместно с администрацией, я думаю, что я четверку поставил бы. Ну, твердую. Твердую четверку работе администрации областной рады за 2017 год. Я не знаю, как люди поставят, это моя оценка, это не говорит, что так. Ну, как, может кто-то плохо оценит, ну, может кто-то так, как я, может лучше оценит, не знаю как. Ну, по крайней мере, срыва у нас за этот год, вы видели, что не было. Поэтому это, скажу так, что у нас очень тесная работа идет с администрацией, с проектами решений, с, ну, полностью мы работаем как единый механизм. Вы же не думаете, что мы там не спорим, не доказываем. Этого просто не видно. Когда мы уже выходим, уже мы все говорили. Да, результат, да. Ну, и зараз в ці передсвяткові дні мені хочеться задати вам останнє запитання. А якою б ви хотіли бачити Сумщину і її жителів у 2018 році? Ну, знаєте, много хочеться сказати першим ділом. Я хотів би, щоб не тільки Сумщина, а й Україна первым делом, у нас больше не было этой проклятой войны. Чтобы, вы же видите, в последнее время мы, гибнут наши хлопцы. Но они не только в Сумской области, а гибнут по всей Украине. Вот это я Бога просил бы и хотел бы, чтобы эта проклятая война, никому не нужная эта война, закончилась. Ну, стабильности экономической, всем здоровья, потому что это самое основное.
всем удачи, чтобы все, кто что надумал, чтобы оно у него действительно выполнилось. Люди всегда живут мечтами, да? Вот чтобы то, что кто запланировал, у кого мечты какие-то свои, чтобы они выполнились. Ну, всех благ. А мы уже постараемся поработать и в 2018 году. Я гарантирую, что... На пятерку уже. Я не знаю, как получится, но дело в том, что будем стараться. Я могу только пообещать, что мы будем стараться. До срывов мы не допустим. На нас можно надеяться, что депутатский корпус будет стабильно работать, как и в 2017 году. Много от меня зависит, много от депутатов, но мы находим общий язык. Поэтому удачи, добра всем жителям и Сумщины, и Украины. Я обобщаю, я не говорю только Сумщину, что мы все украинцы. Поэтому хотелось бы, что наша страна заслуживает лучше жить. Я думаю, что для того, чтобы получить полную независимость, ну, її просто так не дають. Ну що ж, ми вам дякуємо за відверту розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної ради Володимир Токар. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.